Чернобыльская АЭС. Надежда на будущее. Парационар начинает испытание новейшей разработки. Технологии рекультивации. Станция 90, Плутон 240. Некоторые никогда так и не бросили свои дома. А кто-то даже вернулся обратно. Дети на вывезенные зоны отчуждения. Демонстрации в разных городах. 10 миллиардов гривен в оплату бессрочного договора аренды. Шайка преступников. Они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Ясно одно. Саркофаг трогать нельзя. Просыпайся, Соня. Смотри, смотри, вон там. А помнишь эту поляну за деревьями? Там ты сделал мне предложение. Ты так нервничал, ты был таким милым. Но ты сейчас такой, мой дорогой профессор Хименюк. Боже, как приятно вернуться после стольких лет. Правда? Игорь, ну что за дела? Ну ты так и не проснулся. Подъем. Очнись. Таня? Таня, прекращай эти шутки. Ну ты и Соня. Подожди! Сделал мне предложение. Так нервничал. Такой милый. Мой дорогой профессор. Татьяна Амалиева, немедленно прекрати это ребячество! Где ты? После стольких лет. Хватит уже!
Почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Это же моя старая мастерская. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Надо возвращаться к работе. Это единственный способ выбраться отсюда. Приятно вернуться. Вся зона оцеплена. Нар церемониться не будет. Угу. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на патруль по пути. А если нарвемся? Тогда будем разбираться по ходу дела. За это нам спящая красавица и платит. Забыл? Ну да, твоя правда. А ты правда веришь, что они... тут тестируют свою рекрутивацию чего-то там. По-моему, там нет никаких испытаний, но что-то явно происходит. Точно тебе говорю. Слишком много наемников для такой небольшой территории. Ну, с наемниками мы разберемся. Там поди сброд, который Вагнер не взяли. Да пошел ты! Я с этими парнями плечом к плечу воевал. Знаю, знаю, Антон. Я так подкалываю. Давай сосредоточимся на том, как достать для нашего профессора немного этого... чернобылита? Так он называется, Игорь? Игорь! Подъем, Игорь. Пора выдвигаться. А? Что? Я, кажется, задымал. Ладно, погнали. Что ты такое? Что, профессор, передумал уже? Если собрался дать заднюю, лучше скажи сейчас. Ну уж нет. Пора наконец разобраться с этим делом. Этот ваш план точно сработает, профессор Хименюк. Зови меня Игорь, и да, он сработает. Вы делаете свою работу, а я свою. Договорились? Старайтесь не высовываться. Только перестрелки нам не хватало. Перестрелки? Ты во что нас втянул, Игорь? У нас нет выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Но ты тут был. Можно ту ночную операцию усилить. Миша! Миша, ничего не выходит! Нужно отступать быстрее! Давление падает! Спускаемся скорее! Бегом, бегом! Потом ворон будет считать. Игорь, пора! Через заборы в канализацию. Ох, канализация! Прямиком в подземное царство. Это просто дырка в земле, Антон. Ох, как же я чешусь. А вы? Кстати, как тут дела с радиацией? Вроде достаточно времени прошло уже, да? Слушай, не забивай себе голову. Нам нужно сделать дело и уйти отсюда живыми. Сосредоточимся на этом. Игорь, если начнется мясорубка, не высовывайся. Эй! Игорь! Хватит разговоров. Вперед! После вас, Игорь! Дамы и умники, вперед!
ты шутник, да? Вот дерьмо. Игорь, ложись. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой. Невидимкой. Так ты был в лаборатории? Ага. Недолго. Не видел что-нибудь любопытное? Нет. Для любопытного мне уровня доступа не хватает. Дай-ка мне бутылку, Серега. Это точно нужный вход? Я здесь работал. Ты что, забыл? Конечно, я уверен. Игорь, проверь уровень радиации, ладно? Отлично, но и не ужасно. Выше нос. Мы в безопасности на ближайшие час-два. Вы все не в безопасности. Тебя не подводят. Ладно, я пойду вперед. Так точно, капитан Оливер! Ты уверен, что эта твоя штука работает, Игорь? У нас сейчас нет времени на лекцию, но она работает.
просто нужно больше чернобылита. Чернобылит? Точно. Самое радиоактивное вещество на свете. Так ты его называешь? Он знает, что делает, Антон. Соберись и сосредоточься на задании. Вот увидишь, мы скоро выберемся отсюда и еще поржем над этой историей за кружкой пива. Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Я займусь вторым, Оливер. Ого, поглядите-ка. Ладно, я на твою славу не претендую. Но если нас грохнут, я буду очень зол. Не был. Что? Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь, твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу. Если кнопка АЗ-5 еще работает. Игорь, не надо! Татьяна? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Не обращай внимания. Просто устал. Ну ладно. Все нормально? Конечно. Ты делай свою работу, а я буду делать свою. Тогда вперед. К реактору. Бегом. Просто возгорание, не более того. Все под контролем. Реакторы РБМК не взрываются. Ядро реактора взорвалось. Я видел графит на земле. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя. Ты нас убил, самонадеянный ты мудак! Ты же всех нас убил! Что с радиацией? Давайте побыстрее с этим покончим. А так это я тебя задерживаю.
Даже холоднее, чем я помню. Ты уже видел его раньше, да? Фрагмент был немного меньше, но для начала исследований мне этого хватило. Может, расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает туннель с двумя выходами. И использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле, чернобылит? Он самый. И куда ведет этот туннель? Туда, куда надо. Давай на этом пока и остановимся, ладно? Что-что? Моя невеста. Она исчезла здесь во время катастрофы 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить. Господи Боже, на помощь! Оливер! Куда ты делся, Оливер? Это что вообще было? Послушай, я... Боже, мне так жаль. Антон был хорошим парнем. Кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию чернобылита для телепорта. Чтобы это подтвердить... Так, стоп. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? И где мы вообще? Мы внутри червоточины, соединяющей две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Так что надо поторопиться, понимаешь? И нет, он не сможет попасть сюда. То есть, в теории может, но вероятность низкая. И избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо. Сюда. Ты выйдешь возле базы Михаила, надеюсь. Значит, там и встретимся. Ох, моя рука. Прямо и изнутри крутит. Я этого козла урою. Антон, обещаю тебе. Это место раньше было совсем другим. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его, прочувствовать, подчинить. Реальность и правда очень хрупкая. Время на исходе, иди. Thank you.
Сколько раз мы проходили через эти двери? Уже и не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. Сначала нужно разобраться, как снизить уровень радиации. Ищи небольшой пузырек. В составе должны быть йодид калия, ДТПА и берлинская лазурь. Они помогают при радиационном облучении. Игорь, тебя задело. Нужно обработать раны. У меня нет аптечки. Может, получится приготовить что-нибудь на костре. Руки вверх. Так, чтобы я видел. Пароль. Да погоди ты! Не могу думать, когда в меня целятся. Игорь! Черт! Ностальгия, пароль, ностальгия. Ты же сам его придумал. Ладно, заходи. Игорь, ты же у нас на все руки мастер. Осмотри здесь. Может, этот хлам на что-нибудь сгодится. Это твоя стихия, милый. Время сотворить порядок из хаоса. Thank you.
Только не говори, что ты решил отправиться прямиком на станцию. А то есть и попроще способы покончить с собой, если что. Нас мало. У нас почти не осталось боеприпасов и... Да всего! Нам нужна информация, прикрытие, припасы. И самое главное, нам нужен чертов план. Ладно, Оливер. Будь по-твоему. Рад, что ты прислушался. Видишь эту доску за мной? Будем использовать ее для планирования. Выясним, как пробраться на станцию и найти то, что ты ищешь. Или ту, кого ты ищешь. Каждую зацепку. Все сведения о ресурсах. Все будем отмечать здесь. А действовать начнем, когда момент будет подходящий. Пока что сосредоточимся на том, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с мест для сна. Может, какие-то старые кровати найдутся? Ладно, так и поступим. Отлично. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе узнать, что случилось с Татьяной. Так ее звали, да? И еще кое-что, пока ты не ушел. Оружие НАР имеет биометрический замок. Мы не сможем им воспользоваться. Так что придется защищаться тем, что есть. Держи. Это на самый крайний случай. Я так понимаю, с оружием ты обращаться умеешь? Ну, тогда ты готов. Я в тебя верю, Игорь. Правда. Отсюда все видно. Один ты не справишься. Но есть другие, они помогут тебе. Даже не знаю, с чего начать. Дать поручение Оливеру или сделать все самому. Thank you.
Я, Татьяна Амалиева, беру тебя, Игоря Хименюка, в законные мужья и обещаю любить тебя, чтить и уважать, быть тебе верной и не отрекаться от тебя, пока смерть не разлучит нас. Что ты делаешь ненормальное? Детей распугаешь? Я? Ну уж нет. Давай, Игорь, залезай. Попробуй меня столкнуть. Лучший ученый Семенова валяет дурака на детской площадке. Если кто узнает... Да кто расскажет? Я не расскажу. Давай, Игорь, не будь зандой.
Ну-ка, стоять! Ты на территории Припятской братвы! Что? Где я? Братва! Ну, Припятская братва! Ты чё, новенький? Турист? Как звать? Ну, вряд ли. Я сюда в 85-м переехал. Игорем звать. Тогда тут все было по-другому. 1985-й. Это 3 минус 5. А, короче, это больше 10 лет назад. О! Ты понимаешь, что это значит, Игорь? А? Ха-ха! Это значит, что ты... Один из нас из Припятской братвы! А Припятская братва рулит! Правда? И сколько вас в этой твоей братве? Ну, еще недавно нас было много, но сейчас остался один я. Я босс, а ты будешь моей правой рукой! Что ж, видимо, спасибо. А что случилось с твоими друзьями? А, сейчас, вспомню. Погоди. Так, Саня. Саню арестовали. Ой, Гриша был. Гришу застрелили. Олег с лестницы свалился. Вован в реке утонул. Ну, а Леху съел крокодил. Что? В Припяти же нет крокодилов. Да не настоящий. Ну, крокодил. Шаришь? Наркотик такой. Крокодил. Ты про дезоморфин? Слышал про него? Вообще-то это чистый яд. Ты к нему своих ребят не подпускай. Каких ребят? Я ж тебе говорю, я один остался. Один. Евгений. Ну, и ты еще мой заместитель. По этому случаю стоит выпить. Но нар... Весь мой самогон конфисковала. Но теперь мы вместе. Припятская братва еще вернется. И мы зададим этим наровским ублюдкам
Такого они точно не ожидают! Ты вроде говорил, что торгуешь, да? Что у тебя есть? Не знаю. В каком смысле не знаешь? Ну, я продаю коробки с лутом. Сам я их не открываю. Поэтому не знаю, что внутри. Ерунда какая-то. То есть, в каждой коробке случайное содержимое? Да. Они как коробки конфет. Никогда не знаешь, какая попадется. Какая глубокая мысль. Знаю. Ксюша говорила, я главный философ на районе. Все очень просто. За один паёк получаешь одну коробку. Не больше одной в день. Игорь, мы только познакомились, но я будто всю жизнь тебя знаю. Ты мне как брат. Вот, держи одну коробку безвозмездно. То есть, даром. Но никому не говори. Это секрет. Секрет братвы. Ты вроде говорил, что торгуешь, да? Что у тебя есть? Прости. Помоги мне, друг. Я ищу женщину, Татьяну Амалиеву. Татьяну? О, красивое имя. Видимо, красивая женщина. А фото у тебя есть? Нет, одно было, но... Жаль. Никогда о ней не слышал. Твоя подружка, да? Хе-хе. Ах, любовь. Я тоже когда-то любил. Эх, Ксюша, какая женщина. Говорила, яйца мне отрежут, если я ей обману. И что, отрезала? Ну ты приколист, ха-ха. Ты мне нравишься. Нет, не отрезала. Она меня бросила. Сказала, я для нее слишком умный. Слушай, а что-нибудь интересное тут происходило в последнее время? Ну, на электростанции что-то мутное творится. Наровцы бегают, как в жопу ужаленные. И этот стрёмный урод в черной маске что-то вынюхивает. Короче, для бизнеса все это беда. Меня этот чувак не трогает. Но клиентов, конечно, распугал. Так у тебя есть другие клиенты? Ты меня совсем не слушаешь? Они этого говнюка боятся. Если бы не он, здесь было бы больше народу, чем на Измайловском рынке. Мне пора идти. Братва Форева, Игорь! Thank you.
ее не найти. Уходи отсюда.
Привет, уважаемый коллега. Я кое-кого ищу. Такой высокий, сгорбленный мужчина с длинными темными волосами. Может, ты его видел? Умы как-то не довелось. А что такое? Я ищу своего брата, Афанасия. Он недавно исчез без следа. Я уже все тут обыскал. Давай посмотрим, что у тебя есть. А у тебя что-нибудь, поинтереснее? А я уж думал, ты не спросишь. А что вы вообще тут делаете? Зона? Значит, скажем так, в Припяти... Правда? У тебя хорошая аура. Аура хорошая. Ладно. Благодарю. Счастливого, да. Похоже, я переутомился. Куклы ведь не разговаривают, кажется. Ты совершаешь большую ошибку. Зачем ты пришел? Остерегайся его. Он может причинить тебе найдешь.
До самой смерти, Игорь? До самой смерти, милая моя. А что, если этого недостаточно? Что, если нам что-то помешает, если нам не хватит времени? Ничто нам не помешает, Таня. Ни время, ни пространство. А что ты знаешь? Это моя забота.
Эта стратегия вроде работает, Игорь. Похоже, мы можем проникать в зону и выбираться оттуда, не привлекая внимания. Ну как успехи? Как продвигаются поиски твоей старушки? Все еще хочешь вернуться на электростанцию? Я должен туда вернуться. Я чувствую, что она там. Чувствуешь? Ох, удивляешь ты меня, профессор Хеменюк. Доверять предчувствиям важно. Но без железобетонных доказательств я не собираюсь рисковать жизнью, как в тот день, когда погиб Антон. Не беспокойся, Оливер. Я же не сумасшедший. Сначала соберу все данные, и только после этого мы придумаем новый план. Доказательства, улики, планы, сведения, ресурсы. Нам нужно все, что приблизит тебя к цели, Игорь. Ну ладно. Что у тебя? Обсудим через минуту. Но сперва я хочу, чтобы ты принял кое-что к сведению. Продолжай. У тебя появились новые обязанности. Ты нанял меня, арендовал этот склад. Так что теперь ты командующий на этой базе. А значит, несешь ответственность за снаряжение, которое здесь хранится. И что важнее, за все пайки. Пора начать мыслить стратегически. Ты возглавляешь военную операцию. Руководство базы и забота о личном составе на тебе. Голодать херово, знаю по себе. Если не обеспечишь личный состав пайками, никто не захочет воевать. Может, даже разбегутся. Кроме того, когда ресурсы ограничены, важно считаться с психологией групп. Выбирать себе любимчиков, награждать горе бойцов и игнорировать тех, кто честно терпит все тяготы военной жизни. Самый верный способ вызвать недовольство личного состава. Какой личный состав? Нас же всего двое. Это пока. Если ты и правда хочешь пробраться на электростанцию, нам понадобятся еще люди. Тебе необходимы сильные и умелые бойцы. И каждому бойцу нужно где-то спать, что-то есть и чем-то стрелять. Знаю, ты хочешь выкинуть все это из головы и ринуться на поиски. Но прояви терпение. Тебе нужен план. Тебе нужно время. Не игнорируй потребности своих соратников. Займись складом. В противном случае ты ничего не добьешься. Ты прав. Мне нужно отнестись к делу серьезно. Именно так. И не забывай. Ты всегда можешь обратиться ко мне за советом. Я помогу. За это ты мне и платишь. Как военный, я привык спать в суровых условиях. Но разве это обязательно? Больше кровати. Да. Покорять зону с новыми силами.
здорово. Теперь все с... Слушай, может, поучишь меня своим... Вряд ли. Но я с радостью обучу тебя основам. Отлично. Иди за мной. Я покажу тебе пару приемов, которым научился во второй объединенной оперативной группе. На задании лучше действовать скрытно, а не палить во все стороны, убивая направо и налево. Этому я и научу тебя сегодня. Скрытности. Начнем со снов. Попробуй прокрасться мимо меня, используя доступные укрытия. Не высовывайся, не шуми и пересекай открытые пространства как можно быстрее. Будь как призрак. Готов? Пошел! Отлично, Игорь. У тебя талант. Надеюсь, что случилось, Игорь? Слушай, может, поучишь меня? Говори, но я срад. Давай в другой раз. Как скат. Поменяемся, Оливер? Конечно. Что случилось, Игорь? Жизни. Пока что прототип, но... Она может воссоздать любое событие из прошлого, если ввести правильные данные. Хорошо, что я не дал британцам уничтожить ее. Она поможет мне найти Таню, как в мифе. Тесе, Ариадна,
приведет меня к истине. Я надеюсь. Я знаю, что ты там, мышонок. Ответь. Кто это? У меня есть вопрос получше. Кто ты? Что? Шучу, мышонок. Я шучу. Я знаю, кто ты. И знаю, что ты ищешь. Я... Послушай, я хочу тебе кое на словах не... Я не знаю, кто ты, и я... Слепую? Ну что ты? Наоборот. Я хочу, чтобы ты... Радар Дуга. Безумие. Слышал твой разговор. Что собираешься делать? Вероятно, встречусь с таинственным незнакомцем. Главная тайна этого незнакомца в том, почему он до сих пор не привязан к койке и не накачан галоперидолом. Думаю, он может что-то знать. Мне стоит рискнуть. Конечно. Он может что-то знать. А может, просто ждет. Когда можно будет проломить тебе, не думаю, что это хорошая затея. Похоже на ловушку, но мы не можем его игнорировать. В любом случае, у меня есть пушка, и я буду очень осторожен. Да уж постарайся. Мне бы не хотелось наткнуться на твою отрезанную башку где-нибудь в камышах. Что бы я ни думал о таракане, без него я вряд ли смогу. Ты уверен? Ты просто мчишься навстречу смерти. Может, он сам или его шест... Здесь отличная точка для обороны. Ценю твое стратегическое. Ладно. Thank you.
потеряли! Твою мать! Привет, уважаемый. А у тебя? А я. Давай посмотрим, что. Счастливого пути, друг мой.
Привет. Давай посмотрим. Счастливого пути.
Неблагоприятная радиационная обстановка. Городской совет, народный депутат, сообщает, что в связи с аварией, уважаемые товарищи, Игорь, пистолет, который я тебе предлагаю сделать Хорошая идея. Он тебе Игорь. Слушай. Ну я Отлично. Иди за мной. Чтобы устранить врага, нужно мужество. Первого у тебя, как я вижу, сегодня мы будем учиться. Тут главное знать, сколько силы нужно. Подкрепим теорию практикой. Подкрадись ко мне и примени удушающий захват. Начнем. Thank you.
Ладно, Игорь, достаточно. Отличный результат. Молодцом, солдат. Отличная работа, Игорь. Но не забывай, секрет успеха в постоянной практике. Игорь, есть разговор. Что случилось? Тут кое-что всплыло. В радиоэфире НАР настоящий удалось выяснить локацию. Возможно, это наш билет на станцию. Что он по-твоему? Пароли и кодовые слова. Имена, если будешь действовать... Ты прав. Это может быть... Я рад, что мы друг друг...
Оу, еще один замечательный покупатель! Не страшно здесь торговать? Уж я-то знаю, что делаю, Похоже, ты, но... Оу, большой базар в Тегеране! Не сомневаюсь, но должен спросить, как... Если есть спрос, я обеспечу предложение. Я атлант, расправивший плечи! Правда? А? Да-да-да-да! Конечно. Ну да ладно, деньги правят миром, но бартер... Ты что-нибудь покупаешь? Конечно. На... Думаю, я пок... Ладно. Думаю, я пок... Я кое-как... Она работала, она пропала. О, прости, 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 друг. Занят? Состанием целого мира и как Джек... Удачи. Удачи. Ха. Груз доставлен, но цена выросла вдвое. Ты же понимаешь, обстоятельства и все такое. Что? Что это такое? Нет! 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 Thank you.
сообщает, что в связи с аварией... Внимание, внимание! Обещал мне свой огород, ты, Игорь. Да, я помню. Извини, как-то руки не доходят. Вот бы поесть домашней картошки с морковкой. Ты ведь их собираешься растить? Это вы картошка, профессор Хименюк. Я скорее думала про цветник. Календула, шалфей, ромашка, полынь, мелисса, гвоздика. Посажу все, что тут растет. У нас ведь аптека есть в Припяти. Зачем тебе столько трав? Травы лечат. Природа мудра. Борис был информатором КГБ? Я думал, этот ублюдок мой друг. Только попадись он мне.
яйца бросают. Приветствую, незнакомец. Все еще ищешь? Да. А у тебя что-нибудь... Давай посмотрим, что у тебя есть. А что вы вообще тут делаете? Ну, скажем так... Правда? У тебя благо... Счастливого пути, друг мой.
Вы это видели? Окружайте его! Никакой пощады! Прижать этого засранца! Он в укрытии! Отходим! Найди его! Живо! Убирайся отсюда! Тебе здесь не место! Оставь ее в покое!
все хотел спросить. Почему ты так увлеклась этим Сибелиусом? Столько великих русских композиторов, а ты выбрала какого-то лысого мужика из Финляндии. Вот бы ты увидел, что я вижу, когда играю его сюиты. Сосновые леса, скованные льдом озера, солнце, луну, вращение мира вокруг своей оси. Как будто все связано, понимаешь? Прости, я ничего этого не вижу. Сибелиус не для всех. Но ты мог бы увидеть, если бы пригляделся. Игорь, пистолет, который я тебе дал, предлагаю... Хорошая идея. Он тебе...
Да пойми ты, это не я приняла решение закрыть Ариадну. Я тебя не виню, Грейс, но я все равно считаю это ошибкой. Это нечто большее, чем Пандора. Это наш шанс выйти за пределы человеческих мыслей и воспоминаний. Выйти в реальный мир. Игорь, ну что я еще могу сказать? Комитет признал проект финансово нецелесообразным. Слишком абсурдным. Глупцы. Каждый предмет по своей природе дозиметр. Все впитывает радиоактивные частицы на протяжении своего существования, создавая эхо в пространстве и времени. Ариадна может воссоздать это эхо в виде фрактальной виртуальной симуляции. Что тут абсурдного? Слушай, я все понимаю, правда. Это дело всей твоей жизни, но ты сам подумай. Этот процесс требует невероятного количества энергии. На данном этапе это попросту нерационально. А как же ядерные наноалмазные батареи, в которых используется графит из переработанных радиоактивных отходов? Это тоже пока лишь проект, Игорь. И я не думаю, что этого будет достаточно. Чтобы Ариадна работала, нужен источник энергии, которого пока не существует. Возможно, на Земле его и вовсе не найти. Но... Мне очень жаль, Игорь. Все кончено. Тебе нужно смириться с этим и жить дальше. В жопу, комитет! Я никому не позволю уничтожить результаты моих трудов! Проснись, Игорь, проснись! Таня, это сон. Я жду тебя, любимый. Найди меня. Скорее, Игорь, у меня осталось мало времени. Я стараюсь, Таня. Изо всех сил. Первая зацепка. Когда найду больше, загружу данные в Ариадну и узнаю, что на самом деле произошло с Таней. Заметку. Мне нужны еще подсказки. Ну, что дальше? Помнишь, это место называли Блюдцем? Мы сюда часто приходили. Ты постоянно меня дразнила. Я люблю тебя, Игорь, ты знаешь. Но это не значит, что ты можешь успокоиться. Я хочу, чтобы в этот раз ты по-настоящему бросил себе вызов. Никаких больше книг, никаких уравнений или квантовой физики. Когда ты допьешь чай, я хочу, чтобы ты взял меня за руку. И
Мы пошли на каток. Тут тебе наука не поможет. Но ты не беспокойся. Хоть я и была чемпионкой Мурманска, я тебя пожалею. Thank you.
Thank you.
Игорь, пистолет предла... Хороший. Он те... Игорь. Слушай. Ну я сразу... Давай в другой раз. Как сказать? Thank you.
Игорь, проснись. Я не сплю, вроде бы. Приходи в Рыжий лес. Разберемся с твоим прошлым. Как и всегда.